Здравствуйте, я хотела бы поделиться с вами впечатлениями от прохождения марафона женственности. Начну с того, что начала проходить марафон я совершенно случайно. О марафоне грезила моя сестра-близняшка. Она уверяла меня, что ей это необходимо, рассказывала, какой марафон замечательный, отзывы читала мне. Я со своей стороны ее тоже уговаривала, знала, что ей это нужно. И как-то зашла на сайт Ольги Валяевой, начала читать, думаю, так, что-то у меня Светлана пошла на попятную, хочет отказаться от марафона, моя сестра. Мне нужно найти аргументы, чтобы ее уговорить. И так начиталась, и зачиталась отзывов, настолько зачиталась, что сразу же купила себе прохождение марафона. Вот так вот я оказалась на марафоне. С каким багажом, какая вообще я пришла к началу этого марафона? Два года без брючной зимы, вот наступила третья зима без брюк, два года без алкоголя. С ведическим знанием я была знакома уже как-то давненько. И год в декрете. Почему я решила проходить марафон? Потому что в последнее время я начала понимать, что мне совершенно не хватает времени на себя. Физически не хватает, ну просто нет времени. Ну чему вы, люди, удивляетесь? Ну мне не хватает времени. Говорят, ну как у тебя всего один ребенок, как не хватает? Ну помимо ребенка у меня и это, пятое, десятое. Это мне сейчас вспоминать смешно. А тогда реально даже не было времени вот одной посидеть 5 минут в день и разложить свои мысли по полочкам. Из-за этого, соответственно, ссоры были в семье. Все из-за того, что я не могла сама на себя уделить должного внимания, времени. Что мне дал марафон? Как это не удивительно, у меня появилось время на себя. В первую очередь, это было очень неожиданно для меня, мне помог мой муж. Он мне сказал, так, у тебя начался марафон там какой-то, там моя сектантка. Давай, ты заполнила отчет? Я говорю, ну, нет, попозже заполню. Ну, давай садись, вот тебе полчаса, заполняй отчет. Полчаса лично мне, лично на меня, вот так вот просто, ни за что, я была в шоке. Потом он начал мне уделять час, ну, спрашивал, сколько тебе нужно времени, я говорила. Соответственно, столько времени и получала. Очень легко моя проблема решилась. Ну, потому что муж мне пошел навстречу. Я сидела вот этот час в день, я уделяла только себе. Я раскладывала свои мысли по полочкам, я выполняла задания, я читала лекции и делала все, что моей душе угодно. Мне стало намного легче, я начала ощущать себя намного счастливее. Вот оказывается, как мало для счастья нужно и для того, чтобы мама, жена... стала хорошей, доброй. Так, другие достижения марафона. Давно хотела возобновить молитвы по утрам, я их возобновила. Выучила 2 молитвы. Мне казалось это нереальным, а теперь кажется таким простым. Я очень рада этому, я чувствую себя намного счастливее от этого. Следующее достижение. Я научилась освещать пищу. В марафоне все об этом подробно рассказывается. Это мне приносит большое удовольствие, большое счастье. Одно из самых важных достижений марафона для меня стало принятие моих родителей. Мама с папой развелись, когда мне было 3 года. О папе у меня были только негативные эмоции. Папа маму бил, папа пил, он нас не любил, он нас
нам алименты не платил, за нами не ухаживал, нас воспитала только мама. Вот именно такую информацию я всю жизнь слышала от своей матери. И всю жизнь у меня была на отца обида. Как следствие, отношения с мужчинами не очень-то и ладились. У меня на всех мужчин была обида от этого. Ну, потом уже я, когда начала разбираться в марафоне, я это поняла. Чуть что мужчины сделали не по мне, я говорила, ты как мой отец, ты мне не нужен. И все, отношения обрывала, либо ругалась, злилась. Мне было самой от этого тяжело. С Ольгой Валяевой я прошла несколько медитаций по прощению отца. Я разобралась, какие мои чувства как дочери к отцу, а какие навязанные мамой, как обиженной женой. И поняла, что на самом-то деле мне отец ничего такого плохого не делал. Он с мамой ругался, да, но нас как детей, вот как я помню, насколько помню, он нас любил. Он за нами ухаживал, он с нами играл, подарки дарил. И эти воспоминания, они теплые. Спустя некоторое время я пришла к выводу, что я хочу с отцом увидеться. Увиделась я с ним очень-очень много. 3 года не развелись, через несколько лет я с ним увиделась, но это было ненадолго. Можно сказать, вообще я с ним всю жизнь не общалась. Мы с ним, я с сестрой, она параллельно, моя сестра-близняшка проходила также марафон. Мы пришли к выводу, нам надо с ним увидеться, раздобыли его номер телефона, позвонили ему, он был, конечно, в шоке, да мы сами были в шоке. Мы пришли к нему домой, он у нас недалеко, он на самом деле, оказывается, живет. Пришли, сестра испекла пирог, осветила его. Мы пришли уже с опущенными обидами. Мы эти обиды на него отпустили, мы просто хотели наладить свои корни какие-то, нащупать, ну, установить свою родословную, можно сказать. Пришли мы с ним первый раз, впервые в жизни разговаривали о жизни. И сестра задала ему главный вопрос. Папа, ты нас не любил, да? Мы всегда чувствовали всю жизнь, что ты нас не любишь, что ты нас бросил. А он сказал, доченьки мои, я вас очень любил. И я вас сейчас очень люблю. Как вас можно не любить? Вы мои доченьки, мои хорошие, мои любимые. И он столько всего хорошего рассказывал. Ну, воспоминания... делился с нами воспоминаниями о жизни, когда мы еще вместе были. И что удивительно, он рассказывал, что много хорошего о нашей маме. И он сказал, что она лучшая, что было в моей жизни. И я понял, какой я был дурак. Больше ничего нам не нужно было. У нас вот здесь вот настолько отлегло, у нас вот здесь вот настолько стало легче. И я никогда, вот до марафона... кто-то бы мне сказал, что ты увидишься со своим отцом, ты его простишь, ты его обнимешь. Никогда бы я в это не поверила, никогда. Но я очень рада, что я разобралась с этим. Следующее, что мне дал марафон? Я начала к себе более заботливо относиться, к своему здоровью. Например, несколько месяцев меня там что-то тревожило, те же самые зубки. Я не позволяла себе такой роскоши, господи, дочку оставить на кого-то там на пару часов и уйти из дома. Да о чем? Я наконец-то себе это позволила. Занялась своим здоровьем. Начала больше уделять времени себе, читать книги. Мне казалось, у меня ни за что нет времени, никогда не будет времени на чтение. Мне так казалось, времени это есть. Это просто я сама себе этого не позволяла. Не разрешала. Я считала себя должной мужу, дому, дочке, родным, близким, но не... Но я должна была всем, но только не себе. Сейчас все изменилось. Так, это моя подсказка. Сейчас все изменилось, и мне от этого на самом деле намного легче. Так. Я начала развиваться как жена и как мать. Я открыла для себя натуропатию,
натуротерапию, как называется. Правильное лечение травмы, а не медикаменты. Я очень рада. Это также позволяет мне быть лучшей женой, лучшей матерью, развиваться как женщина. Это мне очень интересно. Я развила свое хобби вязания. Отказалась от глобальной идеи, от глобальной мечты создать вязальный проект, вязать для людей. Я поняла, что это не моя мечта, я сама себе ее накрутила, я ее посмотрела, украла, может быть, у кого-то. На самом деле это мне не нужно, я хочу посвятить себя дочке, мужу, родителям, я хочу посвятить себя жизни для себя, и пока не готова ничего делать для внешнего мира, в убыток семье. Да, доченька. Также какие изменения? Изменения, как мне кажется, ну я с мужем не разговаривала на эту тему. Господи. Вот. Но с началом марафона, с началом прохождения, он как-то ко мне подошел. Он ко мне подошел, обнял меня и сказал: Алёнушка, ты у меня такая покладистая, ты у меня такая хорошая, я тебя очень люблю. Мы тебя с дочкой очень любим. Он и до этого ко мне трепетно и нежно относился, с любовью. Но вот так вот, чтобы как-то хвалил и говорил покладистая. Это, я думаю, достижение марафона. Спасибо Ольге Валяевой и Алексею. Также от моего мужа, я так думаю. За покладистую жену. В дальнейшем он также мне делал такие комплименты. И еще я заметила, что он стал ко мне более нежно относиться, более заботливо. Я с тех пор, как я стала позволять себе быть хрупкой, быть уязвимой, а не сильной и останавливающей коня на скаку. С тех пор и он стал сильнее и могучее, как мужчина, я это чувствую. Самое большое открытие для меня в марафоне было то, что я не безразлична людям. Я выкладывала, ну, выбрала такую форму отчетности в марафоне, чтобы репост отчетов делать в соцсети, ВКонтакте. И как я аргументировала это, все равно я мало с кем общаюсь ВКонтакте, никто не будет читать мои отчеты, мне все равно, пусть они будут в социальной сети. Но для меня было шоком то, что люди мои отчеты читают. Мне каждый день от одного там до нескольких человек писали, что спасибо тебе за твои отчеты. Писали разные люди, то, что спасибо за твои мысли. Ты нам помогаешь. В чем я им помогаю? Я сама с собой разбираюсь. Оказывается, тем самым я помогала людям. Они писали мне какие-то советы. Например, у меня был пунктик научиться новым рецептам и так далее. Они мне писали рецепты, какие-то советы давали, как организовать свой быт. Все это бескорыстно, все это от души, с пожеланиями счастья, с пожеланиями добра. И они каждый день вот этими своими сообщениями, комментариями доводили меня до слез, но это с хорошей стороны. Я сидела, читала и плакала, то, что есть такие, оказывается, столько добрых людей на свете. Описали люди, с которыми не только мои друзья близкие, а те, которые мне даже не знакомы. И каждый день я посылала им лучики добра и счастья. И благодарила за то, что Бог свел меня с ними, за то, что они раскрылись мне, то, что они мне помогают. Даже я у них не прошу совета, они мне помогают от всей своей души. Это для меня было очень дико и очень шокировано. И в завершение хочу сказать, что марафон для меня стал реально перезагрузкой. Он мне очень помог. Особо показательными были последние 4 дня марафона. Это 4 дня перед Новым годом. Я очень сильно заболела. Так заболела, вот как никогда не болела.
И у меня была температура 39, я лежала, даже не могла открыть глаза, не понимала, что со мной. И это меня заставило много переосмыслить. Мне очень помогал мой муж. Он меня поддерживал, он меня выхаживал. И 1 января, как раз 31 я написала последний отчет, и 1 января я проснулась совершенно здорова. У меня не было никакой температуры. Я закончила марафон и проснулась здорова. И был первый день Нового года. Это был для меня какой-то шок. У меня реально произошла как и физическая, так и духовная, моральная перезагрузка. Я очень благодарна Алексею и Ольге Валяевым. Я считаю, что все женщины должны пройти такую перезагрузку. Это будет очень полезно в наше современное время для всех. Я желаю всем счастья и добра. Спасибо вам за все. Все.